Сход граждан состоялся в станице Смоленской. На встречу подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. Главные вопросы касались благоустройства поселений и работы служб жилищно-коммунального хозяйства. В частности, отсыпки, грядирование дорог, вода и электроснабжения. Отдельно вопрос об уборке мусора. Сами жители зачастую вывозят его в лесную зону или сжигают, нанося тем самым вред окружающей среде. Ряд обращений касался и строительства тротуаров и уличного освещения. Глава поселения Сергей Безуглов подчеркнул, что все работы выполняются в соответствии с планом. Работа администрации поселения в этом году была направлена на исполнение поручений обращения граждан. За истекший период в администрацию поселения поступило 257 обращений граждан, 45 контроль поручений. На сегодняшний день 91% обращений и поручений исполнен. По вопросам благоустройства поселения поступило 536 обращений и заявок, из них 179 обращений по вопросу грядирования и отсыпки дорог местного значения. В настоящее время проведены работы по грядированию и отсыпке щебня в количестве 1042 метра кубических. За отчетный период регулярно по заявкам квартальных проводится замена ламп уличного освещения в количестве 132 штук. И установка новых фонарей в количестве 19 штук. Нарезка кубетов протяженностью 12 километров. Обрезка аварийных деревьев в количестве 39 штук. Регулярно на территории поселения проводится ликвидация стихийных свалок. Вывоз мусора и веток. По-прежнему актуален вопрос водоснабжения. Результаты уже есть, и многие проблемы решаются своевременно. На многих участках старые водопроводные трубы заменили на новые. Мы жалуемся, все жалуемся, сказали, скважины не хватает. Сделайте скважину побольше. Наша улица от 41-го номера дома, ни воды нормальной нет, света напряжения нету вообще, 140 44 напряжение. Вообще, мы постирали. Сейчас, 26 числа, поменяли трубу, новую пластику, вам запитали, ну, в 3 раза больше. Ну, я обзванивал улицы дальние, везде вопрос как бы решился. Давайте сделаем так. Вы выйдете комиссионным специалистом, еще раз посмотрите, в чем там проблема. Ряд обращений жителей касался качества услуг в сфере здравоохранения. В возникающих ситуациях глава района Адам Джарим обещал разобраться лично и оказать обратившимся всю необходимую помощь. Вот одни и те же проблемы можно наложить в дороги, тротуары, освещение, вода. Но поймите одно, в начале 2019 года до вас был доведен план, что будет сделано. Также, если нет плана, то не будет и работы. Согласно этого плана, администрация отработала в этом году. Но сейчас выявляются другие. Вот я слышу, вот там сделали, а у нас не сделали. Поэтому я вас прошу, чтобы следующая встреча у нас была более такой доброжелательной. Почаще стучите в двери главы поселения. Почаще приходите в администрацию сельского совета. По итогам встречи глава района подчеркнул, что многое сделано и много еще предстоит выполнить. Только совместные усилия администрации, депутатского корпуса и актива поселения позволят конструктивно решать имеющиеся вопросы.